Привет, это канал «Взлет». Меня зовут Ольга. В этом видео я поделюсь с вами, что я заказала для себя и своей семьи в каталоге номер 14. Покажу подарки, которые пришли мне от Oriflame. И также в конце этого видео я впервые поделюсь с вами 10 продуктами, которые я заказала бы из этого каталога, если бы они у меня не были в запасе. Итак, если вам все это интересно, то поехали! В прошлом каталоге завершилась акция «Стокгольма с любовью». И сейчас я хочу поблагодарить каждого, кто выбрал меня в качестве менеджера, спонсора для регистрации в Oriflame, кто заполнил анкету на моем сайте и присоединился к сообществу «Взлет». И по итогам прошлой вот этой рекрутинговой кампании «Стокгольма с любовью» у меня пришли все подарки за спонсорские баллы. Все, какие можно было взять, я забрала. Потому что так много людей сейчас меня выбирает. И, конечно, для меня важны даже не сколько подарки, я об этом и рассказывала в своем инстаграм, сколько то, что вы мне доверяете, вы доверяете тому, что вам будет со мной комфортно, что вы получите то, что вы хотите от сотрудничества с Oriflame, именно когда вы регистрируетесь ко мне. И вот сейчас у меня на столе все подарки, я специально делала заказ пораньше, чтобы точно ничего не упустить. 8 подарков предлагалась компания Oriflame по прошлой акции, и один подарок, это денежная премия, ее начислят чуть попозже, а 7 сейчас у меня на столе. Я не буду их сейчас все распаковывать, просто быстренько покажу, что здесь. Я все очень подробно, даже с проходами на улице, показывала в отдельном видео по как раз акции этой рекрутинговой «Стокгольма с любовью». А здесь только есть 2 подарка, которые я там не показала. Сейчас я их тоже быстренько распакую и вместе с вами посмотрю. Даже ничего не распаковывала, чтобы смотреть вместе с вами. Итак, вот как раз подарок, которого не было там в том ролике. Это кошелек. Показываю его сейчас вам, потому что впоследствии, возможно, он будет где-то в распродаже. Кто-то его захочет посмотреть и тогда сможет увидеть его в этом ролике. Приходит в zip-пакете, как вся серия Oriflame эксклюзив. Также здесь есть вот такая вот красивая тонкая упаковочная бумага и сам кошелек. Когда-то я носила только такие кошельки. Я никогда не любила кошельки, которые складываются. И вот всегда деньги я свои носила в разложенном виде. Я вообще считаю, что деньги должны быть только в разложенном виде в кошельке. Ну, так как бы им лучше, и денежная энергия в вашем кошельке лучше живет. Поэтому вот такие кошельки, если вы носите бумажные деньги, я считаю идеальными. Сейчас я бумажных денег практически не ношу. У меня маленький кошелечек, тоже такой черный под кожу, золотой металлической цепочкой. Я его покупала, не помню, как называется, тоже в Oriflame. И у меня там лежат карточки различные, которые не принимает магазин из смартфона. И также у меня там, может быть, лежит какая-то купюра на чай, или если детям надо в школу где-то что-то заплатить. Ну да, я ее складываю, потому что я знаю, что я ее вот в ближайшее время отдам. А так все мои деньги сейчас в принципе, по сути, в цифровом виде. Но если вы носите бумажные деньги, то я рекомендую именно вот такие кошельки. Итак, очень удобная вот такая застежка. Кстати, тоже незаменимая вещь в путешествиях. Если вам там требуются бумажные деньги, то очень удобно евро, доллары, либо валюта той страны, куда вы летите. Здесь тоже все удобно, класс. Вот когда я носила такие кошельки, я о таком только мечтать могла, потому что здесь есть 2 отделения, назовем их так, для заначки с 2 сторон, то есть под какие-то большие купюры, которые вы можете сюда в эти 2 отделения спрятать, либо под какую-то пачку денег, которая у вас там на что-то отложена. Есть отделения основные, посередине карманчик на молнии, брендировано внутри логотипом Oriflame, и с 2 сторон можно положить по 4 карточки. Не рекомендую носить дисконтные карты в кошельке, тоже это как бы плохая энергия, если вы в это верите. Обязательно закачайте их все, есть такое приложение кошелек для смартфона, туда их все сохраните, а здесь вы можете носить банковские карты. Но на случай, опять же, если у меня в телефоне банковская карта не сработает, то я могу достать ее из кошелька. Все, отличная вещь. Просто замечательно. Если когда-нибудь я буду снова носить много бумажных денег с собой, то вот я этим кошельком воспользуюсь. А также следующее — это клатч. Клатч я показывала в видео. А следующее — это сумка для ноутбука. Я ее очень хотела посмотреть. И у меня муж часто носит с собой ноутбук. А он где-то в дороге работает, там видео монтирует, работает онлайн с нашими партнерами, сопровождает их. Кстати, кто регистрируется,
регистрируется, заполняет анкету, много первой базовой информации дает именно мой муж, он представляется как Алексей Ассистент. Вот вы будете знать теперь, когда регистрируетесь, что это мой муж вам пишет. Вот как раз ноутбука, который он будет, наверное, носить в этой сумочке, но, по-моему, она маловато. Laptop Bag называется эта сумка. По-моему, она все-таки больше под MacBook, либо под ноут небольшого формата, потому что она вот прямо она реально небольшая. И вот эти вот буковки логотипа Reflame Exclusive, это все-таки больше какая-то женская, по-моему, история, а не мужская. Но, тем не менее, сама сумочка сделана под софьяновую кожу. Здесь есть отдельный карман. Давайте его посмотрим. Очень большой. Сюда можно еще дополнительно планшет положить, либо какие-то документы. А также здесь есть вот такой вот ремешок, который можно регулировать. Смотрите, можно его прикрепить на верхнее колечко, либо вот как сейчас это надето, можно его пропустить вниз и прикрепить на нижнее колечко, тогда он будет покороче. А второе колечко... Сейчас посмотрим, не снимается, то есть ремешок вы снять не сможете. И открывается эта сумка, смотрите, как интересно. Прямо практически от дна с одной стороны и до середины второй стороны. Даже интересно, как это будет открываться, как будто, знаете, так на уголок это открывается. Смотрите, оп, вот мы открыли. Очень плотная, мягкая набивка внутри с двух сторон, то есть компьютер будет защищен. Здесь лежит инструкция, ага, инструкция со всеми размерами для ноутбука диагональю 15, 245 миллиметров на 335 миллиметров. То есть вот размерчики здесь написали, и смотрите, как классно на инструкции показано, что можно еще носить вот так. Вот, видите, мальчики, то есть вы можете такую сумку еще и носить вот как планшет. Да, это достаточно классно придумано, мне даже нравится, задумка прям замечательная. Давайте посмотрим еще внутри, здесь есть подкладочная ткань, которая стандартна для всей коллекции Oriflame Exclusive. Здесь логотип этой коллекции и два кармашка, побольше и поменьше. И с другой стороны мы встречаем большой карман на молнии, который есть во всех сумках Oriflame. Замечательный, я считаю, аксессуар. Мне очень понравился. Спасибо, Oriflame. Также из подарков мне пришла сумка Shopper, о которой я мечтала. Помните, когда вам видео рассказывала, я реально, вот она мне понравилась. Но сейчас я хожу с другим черным шопером, поэтому я даже не знаю, как я буду их миксовать, но, тем не менее, пусть будет. Также бьюти-кейс мне пришел. В этих бьюти-кейсах отлично хранить лаки для ногтей, лекарства. Также у меня подобный бьюти-кейс используется под швейные принадлежности. То есть это такая, как бы, для меня, вот, например, коробка красивая для хранения, очень удобно использовать, стильно смотрится, и, может быть, кто-то носит их с собой, но мне, например, с такими ходить неудобно, поэтому я использую именно в интерьере эти бьюти-кейсы. Часы, которые отлично сочетаются с сумкой, и также фотоаппарат, который я вообще не понимаю, для чего он нужен. Я вот по-честному посмотрела обзоры на этот фотоаппарат. Еще когда только началась эта акция, я посмотрела, что люди пишут. Кто-то прям в восторге, что он приобрел такой фотоаппарат. Я его забрала, потому что у меня как бы были на него баллы, да, и поэтому я забрала все, что было по баллу. Мне еще осталось много спонсорских баллов. Но я не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, вот эта вещь, вы понимаете, что с ней делать? Потому что даже когда полароиды были 20 лет назад, они были очень модные, популярные, даже тогда мне казалось, что вот эти вот расходники, кстати, Oriflame, спасибо, положили вот такие вот кассеты к нему, то есть не просто фотоаппарат, но еще и обеспечивали на первое время здесь две пачки по 10 снимков, то есть 20 снимков. Я смотрела в интернете, такая одна упаковка из 10 снимков стоит что-то 800-900 рублей, то есть за фотографию получается... Ну, 80-100 рублей, да, вот, чтобы сделать одну бумажную фотографию. И не факт, что она получится. Наверное, в этом есть какая-то ностальгия. А также качество, насколько я знаю, тоже оставляет желать лучшего. Такое качество из 90-х. Это не цифровая фотография, да, которую мы выпускаем уже обработанную, сделанную. Она радует наш глаз. Но в этом, наверное, есть какая-то, вот, как многие пишут, сила момента. В общем-то, вот такой подарок тоже пришел.
ушел от Oriflame. Почему я вам это показываю? Чтобы вы вот своими глазами видели, что выполняете условия акции, и Oriflame вот отдает все подарки. Кстати, по предыдущим акциям тоже компания там задержала часть подарков, но сейчас она все досылает. Недавно я показывала сторис в Инстаграм, мне пришла лампа, я не стала ее сейчас сюда приносить, я уже очень активно пользуюсь. Недавно тоже в Инстаграм снимала мой макияж, показывала в эфире. И еще вот недавно по акции мне пришел тоже блендер. Его не было на складе, но потом вот он появился, вышел из резерва, и я его заказала. Продукция, которая выходит из резерва, если вы только ее заказываете в заказе, то она приходит без платы за доставку. В общем-то, спасибо Oriflame за такие акции, за такие подарки, но больше всего огромное вам спасибо за ваше доверие. Ну а теперь для тех, кому не интересны подарки и кто хочет именно посмотреть, что в моем заказе, перехожу непосредственно к самому заказу. Спецпредложение — это прям мой любимый блок. Когда я открываю сайт для первого заказа, я первым делом иду на вторую вкладку «Предложение». Когда у вас есть номер на сайте Oriflame, то вы можете заказывать еще дополнительные какие-то продукты из дополнительных распродаж. Если у вас еще нет номера на сайте, то вы можете оформить его по ссылке вверху над этим видео, либо откройте программу для считывания кодов и наведите ее вот на этот код. Вы перейдете в анкету, вы ее заполняете и получаете номер и доступ на сайт. И вот сейчас, в этот раз, на втором шаге я нашла два продукта, которые, в принципе, я не против была бы заказать, я их сразу добавила в корзину. Это ароматная пена. Даже недавно принимала ванну и думала показать вам в сторис в Инстаграме, какая поднимается пена. Я наливаю совсем чуть-чуть под струю воды. Именно надо вот под бьющую струю наливать, и пена, она просто выползает из ванны, наверное, ну, сантиметров на 30-50 она поднимается. Для тех, кто любит купаться в пене, пена для ванны Oriflame — это прям находка. И у нее такой очень приятный аромат персика. Пена стоила в спецпредложении 319 рублей. Здесь я вам буду говорить цены именно с 20% скидкой, потому что я их выписала из своего заказа, чтобы ничего не забыть. Но также в спецпредложении еще я увидела серьги-кольца за 270, по-моему, 9 рублей с подвеской. Подвеска мне не нужна в этих сережках, а сами серьги я просто обожаю. Недавно я прихожу за ребенком в школу и понимаю, что одного кольца на мне нет. И тут я понимаю, что я, наверное, его где-то потеряла, и что у меня больше нет моих любимых, просто обожаемых. Они тоненькие, они под серебро. Вот этих сережек-колечек. Мне нравятся и крупные, и более мелкие. Ну, в зависимости от образа, от настроения, я разные надеваю. Мне не всегда нравятся. Вот, по-моему, их можно встроить вообще в любой образ. И я понимаю, что даже я, по-моему, их впрок заказала, но я могу и те потерять, боже мой. В общем-то, вы понимаете степень моего хомячества. Я такой запасливый хомяк, у меня есть мои серьги-кольца, в которых я хожу. Оно, кстати, нашлось, колечко вот это дома. Я детям позвонила, говорю, посмотрите, там не валяется на полу. Они говорят, да, мам, все, нашли. Я говорю, все, хорошо. В общем, у меня сейчас три пары, 6 штук колечек крупных и 6 мелких. Все, я думаю, я больше не буду заказывать. Но вот не удержалась, понимаете, я такой словил страх возле школы, что вот я потеряла, и у меня всего одна запасная пара, это мне мало. Если вдруг будут, я закажу, тем более по такой цене свой любимый аксессуар. В общем-то, я им запаслась. Надеюсь, что больше я не поддамся на провокацию Oriflame с распродажами и больше заказывать не буду. На странице 319 каталога Oriflame есть распродажа аксессуаров прошлых коллекций. И еще, когда я листала каталог, я тогда еще обратила внимание на вот эти серьги. Они сейчас на мне. Они стоят вообще каких-то тоже смешных денег. По-моему, 319 рублей. И когда я снимала обзоры, они мне на обзор, по-моему, не приходили. Я точно знаю, что я их не снимала в обзоре. И я как бы смотрела на них, думала, какое-то толстое колечко маленькое, какая-то вообще несуразная подвеска. И вообще это какое-то безобразие. Они серьги, и даже если бы они ко мне пришли на обзор, я бы не знала бы, как их снимать, потому что они мне тогда не очень понравились. Но когда я вот готовилась буквально к осенней коллекции, я очень много перелопатила трендов, и я поняла и очень много смотрела разные
разных образов, что толстые маленькие колечки — это сейчас самый трендовый тренд. Можно встраивать в многослойные цепи, в крупные цепи в образе. И это будет смотреться очень актуально и очень современно. И я вспомнила, думаю, ведь были же вот эти серьги, я вот даже на них внимания не обратила, они оказываются супер трендовые. И я увидела, когда в каталоге, я сразу для себя отметила, что я их закажу. И, честно говоря, я даже думала носить их без подвески. Но вот примерила с подвеской, сняла видео «Выгоды новичка», и уже даже, несмотря на то, что это не очень популярное видео среди тех, кто уже, естественно, зарегистрирован в Oriflame, там не очень много комментариев, но уже несколько человек эти серьги отметили. Я поэтому решила для себя, что пока буду носить их непосредственно даже с подвеской. Спрашивали про застежку. Застежка, конечно, самая неудобная, которую только можно было представить. Такая застежка есть у сережек Аура в коллекции Норхен, и тоже мне она там не нравится, потому что ее надо с усилием защелкивать, с усилием открывать. Ну, вроде вот надела, ношу. Я, конечно, немножко расстроилась, когда увидела такую застежку, но, тем не менее, держится хорошо, сухо ничего не спадает, сережками я довольна. В этом заказе мне пришел третий шаг подписки — мультивитамины и минералы для моей младшей дочери. В этой одной таблеточке содержится 13 витаминов и 8 минералов, которые поддерживают здоровье ребенка. В упаковке 21 таблетка. Так же, как и в Wellness Pack 21 пакетик. Это сделано для того, чтобы мы могли мерить каталожными периодами. В каталоге 3 недели, 21 день. И, по сути, вот эта упаковка, она как раз рассчитана на один каталожный период. И, соответственно, если вы оформляете подписку, то вам хватает одной упаковки на 3 недели. В следующем каталоге у вас приходит автоматически следующий, вам ее снова хватает на 3 недели. И так 3 каталожных периода вам приходит она за деньги. Это у меня, по-моему, третий шаг. И в следующем периоде, четвертый шаг, мне придет такая упаковка бесплатно. Поэтому всегда, когда вы заказываете Wellness, всегда оформляйте подписку. Отказаться от нее вы сможете в любой момент, но оформить ее задним числом вы уже не сможете. Поэтому она у вас должна быть оформлена до того, как вы размещаете заказ. В каждой жевательной таблетке с натуральным апельсиновым вкусом формула, которая повышает иммунитет, улучшает зрение, полезна для костной системы и зубов, укрепляет мышцы и обеспечивает энергию ребенка, поддерживает работу мозга, нервной системы. От 3 лет вот эти витаминки, и они не содержат искусственных ароматизаторов, консервантов и красителей. Это официальная информация с сайта Oriflame. Я же могу сказать, что особенно в осенний, вот этот зимний период, в холодный, такой болезненный, поддержка иммунитета для деток, она как никогда важна. Поэтому я вот сейчас заказываю в марте вот такие витамины. Хотела заказать Wellness Pack. По-моему, когда они появятся на складе, я закажу, наверное, 3-4 подписки одновременно, сразу с запасом. Потому что мы вот все как-то страдаем без Wellness Pack. Уже у мужа заканчивается, тоже ему вот со дня на день оформлю подписку, а женских вообще нет на складе. Это, конечно, для нас печалька, потому что Pack Wellness, я считаю, это самый крутой продукт в категории Wellness. Это вот Wellness Pack и детская категория витамины и минералы. Все остальное — это нужно, важно, это балансирует, это помогает. Но вот Wellness Pack — это поддержка иммунитета, это то, что вот вообще прям необходимо каждому. Для себя любимый из декоративной косметики я заказала 2 продукта. Это гель-лак для ногтей. Это фаворит комментариев на канале «Взлет». Каждый раз, когда я крашу именно вот этим оттенком ногти, я собираю массу комментариев: «Оля, что у тебя за лак на ногтях?» 41-189. Гель-лак для ногтей. Держится как прибитый, лучше всех других лаков. Оттенок вот максимально нейтральный, подходит под любой макияж, под любой образ. Я перешла на него тогда, когда потеряла ноготь. У меня сейчас очень много стоит оттенков ярких, но, как вы понимаете, когда ноготь немного отличается от других ногтей, когда ее вообще не было, это вообще было, конечно, безобразие. Но потом я даже, когда заклеивала пластырем, мне не хотелось, чтобы люди где-то в магазине, да, где-то в быту смотрели на мои ноготь.
ногти. Поэтому я не красила яркими лаками, какими-то темными оттенками. И даже до сих пор все равно вот я придерживаюсь, у меня сейчас онколор на ногтях, я придерживаюсь таких оттенков более нейтральных, более каких-то приглушенных. И я вот тогда вот подсела на этот оттенок, вы его видели во многих обзорах вот за эти вот полгода. И это оттенок, который у меня закончился. Это, наверное, первый лак, который у меня вот практически подошел к концу. И поэтому в этом заказе я заказала вот именно его. Средства для закрепления гель-лака на складе не было, но у меня еще есть остатки прошлого. Поэтому все девочки, кто меня спрашивал, какой у меня был оттенок, вот это был он, всем рекомендую. И, конечно же, я заказала помаду сливовую, мерцающую. У меня уже такая коллекция помад, мне надо придумать, как от них избавляться, чтобы обновлять вот эту линейку, делать ее более трендовой, ту линейку помад, которая у меня есть. Но вот сейчас она у меня на губах сливовая. Как вам оттенок помады? Если будете потом спрашивать в комментариях, какая у меня помада, значит, вы не досмотрели видео до этого места. Это вот сливовая мерцающая матовая помада Giordani. И теперь переходим к предложениям каталога. Я, как показывала в Instagram, заказ у меня очень тяжелый, и сейчас я быстро покажу, что я взяла в запас по несколько штук. Сразу, девочки, оговариваю, у меня большая семья, в моей семье 4 взрослых человека, поэтому у меня продукция, вот такая, назовем ее, пеномойка, да, она расходуется быстро и много. Из моих 4 взрослых у меня 2 подростка, которые не заморачиваются на экономию продукции, и мужчина, который тоже, ну, ему сложно постоянно следить, он как бы мужчина, да, и он, ну, по факту тратит больше продукции, чем я, например, да, женщина, которая все это делает экономно, знаю, что надо капельку, а вот они как бы достаточно вольно распоряжаются тратой, да, назовем так, расходом продукции, и поэтому я заказываю много, я люблю, когда у меня запас, и вот в этот раз я заказала бинго, тоники, вы долго ждали, когда я начну заказывать тоники, потому что у меня был запас тоников Optimas, когда-то где-то с год, наверное, или полтора назад я заказала их 10 штук, их снимали с продаж, они просто потрясающие, бесспиртовые, увлажняющие, Optimal Hydra, я прям скучаю по ним, не могу, у меня остался один, но у меня тоник в семье расходуется где-то за, наверное, как раз за 3 недели, 2-3 недели мне хватает, вот чтобы я снова доливала тоник в баночку с дозатором, поэтому в этом каталоге я заказала тоники, они с отличной скидкой, на странице 146 при покупке какого-то продукта из каталога, можно сказать, один продукт со скидкой. И тоник мне обошелся в 159 рублей. Я посмотрела состав, в нем нет спирта, мне это подходит для сухой и чувствительной кожи. Я также буду его переливать в баночку с дозатором. И заказал я этих тоников 5 штук. Когда я вижу хорошую цену, я всегда беру в запас и потом не думаю, не добавляю в заказы. А я знаю, что у меня есть вот определенный запас продуктов. Потому что, как вы сами понимаете, семья большая, у меня заканчивается внезапно. Я смотрю, у меня уже на дне, я иду, доливаю, кидаю банку в пустые баночки в коробку, чтобы потом снять вам видео. И таким образом у меня идет круговорот продукции. Поэтому вот 5 тоников я заказала, а вы обязательно обратите внимание на вот этот разворот, где вот эти есть отличные продукты. Там хороший скраб отшелушивающий, хорошая умывалка, но умывалки у меня есть, я сейчас тоже их покажу, которыми я пользуюсь. И помните о том, что их не надо вписывать в корзину, надо именно вот это предложение переходить на второй шаг оформления заказа. И там они представлены, там вы добавляете столько штук, сколько вам нужно в ваш заказ. В этом каталоге очень много отличных скидок. Например, можно собрать вот такой вот эконом-набор всего за 270 рублей. Это средство для демакияжа, это смягчающая мицеллярная вода с овцом и ягодами годжи. И очищающее средство с алоэ и органической кокосовой водой. Вот эти два продукта, это вот палочка-выручалочка для любой девушки, потому что мицеллярная вода мягкая, она хорошо снимает макияж, вы смачиваете 2 ватных диска, прикладываете к глазкам, держите, ну, наверное, секунд 10, убираете, и вместе с ватным диском убирается краска с вашего лица, переворачиваете другой стороной и тоже снимаете. Можно снять тон, я тон снимаю гидрофильным маслом Novage, но, в принципе, для такого эконом-очищения можно снять и мицеллярной водой. И вот после того, как вы сделали демакияж, вы берете очищающее средство, это молочко,
очко. Оно не будет у вас пениться, потому что некоторые ожидают, что это будет какое-то пенящееся средство гелевое. Нет, это чистое молочко. Вы наносите его на влажную кожу влажными руками, массажными движениями вы проходите по лицу, его чуть-чуть растираете и потом смываете водой. Идеальное мягкое очищение. Я когда-то умывалась пенящимися средствами, потому что я считала, что у меня жирный тип кожи, потому что вот только такие могут промыть, иначе я чувствую себя неумытой, иначе вот я как-то вот недоумытая. Можно потом тоник еще взять, тоником протереть лицо, но в принципе иногда даже уже это и не требуется. Но мне посоветовала косметолог, он говорит: Оля, у тебя вот ну как бы есть какие-то краснота, шелушение на лице. Помните, я вам все время жаловалась во всех обзорах? Ну, у меня такая вот кожа, она чувствительная, у меня не чувствительная кожа, у меня просто кожа была вот такой повышенной раздраженности, потому что я неправильно очищала лицо. Поэтому, если вы вдруг страдаете краснотой на коже, шелушением, сухостью излишней, если наоборот у вас излишняя жирность, потому что гелеобразные пенящиеся средства, они провоцируют более активную работу кожи, и поэтому кожа сильнее жирнится, вы наносите макияж, он начинает блестеть, плыть, и вот все эти вещи решаются не другой декоративной косметикой, а тем, что вы можете изменить очищение. И поэтому в этом каталоге я взяла в запас мицеллярную воду. У меня теперь в запасе еще 5 штучек. Вот это с ягодами годжи. И я взяла также в запас вот это очищающее средство с алоэ. Это, по-моему, лучшее средство очищающее каталога Oriflame. Если мы будем говорить об антивозрастном эффекте, можно еще посмотреть в сторону королевского бархата. Если мы будем говорить о более органическом линейки, а более на линейке такой профессиональной, это еще очищающее средство Eco Beauty. И эконом вариант, но отличное, мягкое, нежное средство, очищающее вот это с алоэ вера и кокосовой водой. Также, когда я вижу в распродажах, я еще беру средства Essentials, папайи, либо с питательным комплексом. Кстати, скоро где-то будут в распродажах, я еще возьму. У меня, еще раз повторюсь, 4 взрослых человека, которые умываются утром и вечером, и 3 из них вечером снимают макияж. Поэтому эти средства у меня заканчиваются довольно быстро, и я их все переливаю в баночки с дозаторами. Об этом я рассказывала в видео на семейном канале об уборке в ванной комнате. Посмотрите, если вам интересно, как устроена моя ванная комната и как я в ней убираюсь. Также в этом каталоге я взяла еще один тоник просто для затеста. Вот из этой же линейки, из которой очищающее средство. Я читала про этот тоник много отзывов, что он как-то пенится, кому-то нравится, кому-то не нравится. В общем-то, я взяла попробовать, попозже скажу вам свое мнение. Больше нет тоников Optimals Hydra, поэтому теперь мы будем тестить тоники каталога Oriflame. Гель для душа Камчатка по супер экономичной цене, большой объем, который я тоже переливаю в маленькую упаковку, тоже из-под геля для душа Камчатка. Это вот моя рекомендация каждому в этом каталоге. Я считаю, что гели для душа, они в принципе все одинаковые, у них отличаются только ароматы. И именно вы выбираете тот аромат, с которым вам кайфово принимать душ по утрам, по вечерам. Вот для всей моей семьи этим ароматом оказалась вот эта неизведанная Камчатка, потому что это свежесть. Может быть, мне не хватает вообще в парфюмерии Oriflame вот этой свежести. Это горный ледник, это вот этот кайф от водной процедуры, да, он не окрашивается в какие-то фрукты, сладости, да, а в какие-то еще дополнительные ароматы, а это именно вот свежесть от свежего душа. И я даже смотрела на пляже Калифорнии, но не взяла только по одной причине, потому что у меня нет маленькой тары для того, чтобы переливать гель для душа пляжа Калифорнии. А вот для Камчатки есть, поэтому 5 штучек я заказала. Это средство всегда стоит в моей ванной комнате. Его любит и муж, потому что аромат унисекс, он подходит и мужчинам, и женщинам. И даже он нравится девочкам-подросткам. Неизведанная Камчатка стоит всего 127 рублей в этом каталоге. Но есть еще один гель. Это VitaCare, который тоже идет по эконом-цене в этом каталоге. И я использую его по-другому. Я переливаю вот этот гель в баночку с дозатором и использую его как жидкое мыло. Мне нравится, что у него густая консистенция, приятный аромат. Мне все три нравятся, поэтому я беру всех одинаково. Я их даже миксую, например, где-то на дне остается вот этот аромат, я добавляю вот этот сверху, и они нормально сочетаются. И также здесь содержится еще витамин Е для ухода за кожей,
тело, как бы, потому что это гель для душа, но и за кожей рук тоже неплохо он ухаживает. Я взяла немного. Вот это для нашей семьи немного, потому что у нас два санузла, и мы постоянно моем руки. Сейчас уже нас приучили мыть руки вообще очень часто. Мы сейчас моем их гораздо чаще. У нас даже кусковое мыло стало расходоваться, которое вообще не расходовалось. Ну, а жидкое мыло расходуется тоже очень много. Но я видела, листала в интернете следующие каталоги новогодние, и я видела, что будет этот гель для душа в праздничной упаковке еще с большей скидкой. И я примерно рассчитала, что вот 6 штучек мне хватит, пока не придет заказ по тому праздничному каталогу, а там уж я закажу, наверное, штучек по 5 каждого аромата. Наверное, надо называть этот каталог закупочным, потому что иногда вот открываешь каталог и думаешь, ну, может, новинку какую-нибудь заказать, да, может быть, там чем-то себя порадовать, может быть, что-то заканчивается. Бывает такой каталог, вот как этот, когда открываешь и думаешь, так, у меня все заканчивается, и тоники, и мицеллярка, и гели для душа, и все мне надо. И также мне что надо? Подарки. Скоро будет Новый год, и именно в этом каталоге есть отличный набор, вот такой черничный десерт, именно с ароматом черники, черничного десерта. Это крем для душа, здесь вот именно крем, не гель, то есть он еще дополнительно ухаживает за кожей во время очищения, и питательный крем для лица и тела. Я отмечу, что вот этот питательный крем вот лично у меня не оставляет ощущения жирности. Многие средства Oriflame, именно в больших банках, кремы, они мне некомфортны, потому что они для моей кожи очень тяжелые. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что у меня жирный тип кожи, может быть, с тем, что это слишком густая консистенция, поэтому я использую больше масляный уход в уходе за кожей тела. Но именно вот этот крем мне подошел, потому что у него такая водная текстура. Он очень легкий. Это не текстура лосьона, потому что все-таки он достаточно плотный, да, но при этом при нанесении на кожу он не оставляет вот это ощущение нагруженности кожи, он очень хорошо впитывается. И вот этот набор, он стоит всего 207 рублей. И я с удовольствием подарю такие наборы учителям, воспитателям, репетиторам. Скоро Новый год, и скоро у меня будет болеть голова, какой комплимент сделать вот окружающим меня людям к празднику. И вот этот набор — это самая лучшая штука для того, чтобы порадовать специалистов, с которыми мы работаем. Вот, показываю вам, я заказала пока 3 набора, но у меня еще парочка есть в запасе с прошлых заказов. И думаю, что к концу каталога, наверное, еще несколько штучек закажу. Уже тогда пересчитаю точно, сколько мне нужно, и уже сделаю такие подарочные пакетики вот для таких близких людей, которые облегчают мне жизнь. И сейчас, как я вам обещала, поделюсь с вами топ-10 продуктов из этого каталога, которые я включила бы в свой заказ, если бы их у меня не было в запасе. Я не буду включать в этот топ ароматы, уход за лицом и продукты wellness, потому что это очень индивидуально. Я покажу вам продукты, которые вот я могу порекомендовать абсолютно каждому. И начать я хочу со страницы, на которой у нас изображены масло для волос и тела и расческа. И сразу объединяю это вот в одну страницу. Рекомендую и масло, и расческу. Масло очень легкой текстуры. Я не использую его для волос. Для волос у меня отдельный уход. Я рассказывала о нем в своем Instagram в ИКТВ. А именно я использую его для тела. Очень легкое, хорошо впитывается. Я уже использовала несколько вот таких флакончиков масла авокадо. Мне нравится, что у меня кожа после нанесения этого масла увлажненная. Я выхожу из душа, и пока у меня еще тело влажное, промокаю полотенцем и тут же наношу масло. Отлично впитывается, и кожа ухожена. Мне вот этого ухода за кожей тела вполне хватает. И второе на этой странице, на что обращаешь внимание, это деревянная, не пластиковая, не искусственная, а именно деревянная расческа, которая расчесывает волосы, и она их не электролизует. И у меня эта расческа всегда есть со мной в сумочке. Она удобная, она маленькая, видите, в то же время, ну, такой гребень, да, она помещается в любую кроссбоди. Дома я расчесываюсь массажными щетками, укладываю волосы объемными такими круглыми щетками, а с собой я всегда ношу вот эту расческу, и ей уже, по-моему, уже несколько лет, уже даже не один год, и посмотрите, она в отличном состоянии, хотя уже в скольких сумках она у меня не побывала. Вот от всей души рекомендую, на нее сейчас хорошая очень скидка. На странице 29 и 31 мы находим вдохновляющий мусс для душа и чувствительный мусс для душа. Мусс для душа — это продукт, который полюбился всей нашей семье. Вот любят абсолютно все, потому что у него густая
густая текстура, не нужна мочалка для этого мусса. Выдавливайте такой вот где-то с хорошим мандарин облачко себе на руку, очень плотный он, и все тело можно промыть. Любит и муж, и старшие дети, и младшая дочка. И также этот мусс можно использовать для бритья. Поэтому это вот такой тоже must-have в нашей семье, всегда есть в запасе. Вот видите, это мои муссы для душа, еще парочка у меня есть в запасе, но если бы у меня их не было, я бы обязательно их заказала в этом заказе. На странице 61 есть хорошая скидка «Тальк для ног». В нашей семье тальк для ног есть всегда. Когда его не было, мы использовали для ног обычные парфюмерные тальки, тоже каталога Oriflame. Это супер просто средство для того, чтобы устранить запах от обуви, от ножек. Это подходит для тех, у кого либо есть такая проблема, либо люди вот целый день по работе, например, в обуви, и им требуется где-то разуваться. И я знаю, что вот у меня есть такие клиенты, для которых это вот вообще прям караул, потому что несколько часов в обуви, потом где-то надо разуться, и ноги пахнут просто не потому, что плохая гигиена, а потому, что целый день вот были в обуви, потому что вот со временем этот запах, он накапливается, и все равно надо как-то этот вопрос решать. Вот этот тальк, он абсорбирует лишнюю влагу в течение вот этих нескольких часов, и ноги не пахнут. И это вот вообще прямо спасение для людей, которые вот этим страдают. Этот тальк стоит у нас в семье на обувной полочки, и когда кто-то обувается, он насыпает его в обувь. Белых следов не оставляет, не переживайте, именно влага абсорбируется, и вот эта белизна талька, она уходит. Но зато целый день ногам комфортно. На странице 66 мы находим с хорошей скидкой набор из 3 одноразовых станков. Как-то я сказала своему мужу: попробуй наши станки, мне просто интересно. Ему не нравились мужские станки Oriflame, может быть, поэтому их сняли с продаж, может быть, они в принципе мужчинам не нравились, но женские они в каталоге, несмотря на то, что тоже не всем женщинам они нравятся. И муж мне пожаловался, что ему снова надо купить новое лезвие для его там модной плавающей бритвы, они стоят что-то там более 350 рублей каждое лезвие. Я говорю: ну попробуй станки, они стоят у нас, сейчас я вам скажу, 169 рублей всего, это по цене каталога, с нашей скидкой еще минус 20%. Вот, и он попробовал станок, и он вышел, говорит: слушай, классно, мне очень понравилось, только я немножко там в одном месте порезался, потому что я привык к плавающей головке, а здесь она не плавающая. И потом он снимает рекомендацию для нашего бьюти-чата в Telegram, и он говорит: представляете, станок стоит, не помню сейчас точно цифру, минус 20%, в общем-то 150 рублей. Я потом там же в чате пишу: вообще-то это 3 станка столько стоит, а один там получается 40 с чем-то рублей всего. Представляете? Он говорит: да ладно, не может быть, такой острый, хорошего качества. Единственное то, что он одноразовый, когда он приходит в негодность, становится тупым, то в этом случае этот станок просто выбрасывается, лезвие на нем заменить нельзя. Поэтому вот рекомендую, у меня всегда пару пачек этих станков в запасе есть, именно поэтому сейчас его нет в моем заказе. На странице 69 вы можете найти мыло спа всего за 119 рублей. Вот как комплект для очищения, экономичный и очень классный, также я рекомендую вот этот комплект масла для тела и отшелушивания для тела. Вот мне не нужны никакие скрабы. Если вы смотрите видео о моих заказах, то вы видите, что у меня нет скрабов для тела. Я никогда их не заказываю, потому что мне достаточно отшелушивающего мыла спа. Вот оно всегда у меня в заказе есть. И сейчас вот пару пачек у меня еще лежит, поэтому я его не заказывала. Но отшелушить кожу лица мылом спа плюс мочалка-варежка обязательно, и потом нанести масло, и в принципе вот для того, чтобы поддерживать кожу тела в хорошем состоянии, мне вот этого достаточно. Поэтому от души рекомендую, если еще не пользовались, очень приятно пахнет, и ощущение после процедуры с этим мылом отшелушивания, такое чувство, как будто я вышла из бани, у меня поры открыты, тело дышит, и чувство, вот как будто действительно вот все лишнее я с себя удалила. На странице 75, дорогие мамочки, у кого детки до 6 лет, вы можете найти отличную детскую зубную пасту с яблочным вкусом специально для молочных зубов ваших девочек и мальчиков. У меня младшая дочка, ей 6 лет, она с удовольствием пользуется, но уже сейчас молочные зубки начинают выпадать, и скоро, уже через годик где-то, мы будем переходить на взрослую пасту, но пока еще пара штучек у меня в запасе этой пасты есть. Если бы не было, я бы обязательно заказала ее в этом каталоге. На странице 95 жидкая матовая губная
зубная помада. Это помада, которая собирает больше всего комментариев внизу под видео, когда я крашусь красным оттенком. И мне пишут: Оля, что за помада, что за помада? Вот, это именно вот эта жидкая матовая красная помада. Помада какао. К сожалению, сняли ее сейчас с продаж, но, в принципе, на замену можно брать помаду пряный кофе. Также еще у меня есть нюдовая помада, но ее у меня отобрала средняя дочка, тоже с радостью ей пользуется, поэтому обязательно возьмите парочку помад и попробуйте, но не берите много, потому что есть люди, которым не нравится эта помада, я читаю по отзывам, но вот лично мне нравится, как она ложится, как она наносится, и самое главное, как она выглядит. Я с этой помадой чувствую себя яркой, и мне очень нравятся оттенки, мне эти оттенки кажутся трендовыми, и я прям посмотрела, думаю, ой, такая хорошая цена, 289 рублей всего при покупке двух, цена каждой, но потом я вспомнила, что у меня еще есть, и недавно я заказала парочку помад какао, только поэтому я не стала ее заказывать. На странице 102 консилер с хорошей скидкой. Я считаю, что это лучший консилер каталога Oriflame. Я специально заказывала недавно консилер Giordani. Мне неудобно им пользоваться. Вообще не люблю консилеры, которые надо выдавливать на кисточку. И вообще вот эти продукты, когда вы изнутри давите, а на кисточке появляется какая-то капля, которая неизвестно вообще с какой стороны появится, и неизвестно, как ее наносить. Потом перестаешь давить, она опять уходит в кисточку. В общем, мне это все неудобно. И мне кажется, что он немного рыжит, консилер Giordani. Но вот этот, он вот реально светлый, сияющий. Я беру всегда в оттенке светлый. И мне удобно корректировать различные места на лице при макияже. Я рассказывала подробно об этом в прямом эфире. Вы к ТВ найдите в моем аккаунте Ольга Взлет. Вы переходите на вкладку Их ТВ. И там прям две части макияжа я сохранила. Недавно совсем показала, как я крашусь для съемок. И вот там я рассказывала, как я убираю тени в уголках глаз, во внешних я убираю тени с помощью консилера, после нанесения теней, как я его использую, как я использую для маскировки носогубных складок, как я его наношу. Вот именно вот этот консилер, я считаю, что он самый лучший каталога Oriflame. Поэтому рекомендую, у меня есть вот этот, уже заканчивается, и я еще один заказала себе в запас, вот чтобы сейчас уже начать. Поэтому я не брала, так обязательно заказала бы его в этом каталоге. На странице 112 BB-крем. И вообще это тот продукт, из-за которого я вот это вот ввела мини-рубрику, потому что я открыла каталог и подумала, ну как, неужели я вам не расскажу, какой есть замечательный тональный крем вот в этом каталоге. Отличный. И отзывы я на него тоже читаю отлично. Знаете как, я пользуюсь продуктом и думаю, а вдруг вот это мое индивидуальное восприятие. Дай-ка я посмотрю, что люди на эту тему думают. И я где-то в разных местах посматриваю, кто что пишет на эту тему. И вот на этот BB-крем именно 35-640, он действительно естественного оттенка, на него очень хорошие отзывы. И сейчас я им сегодня красилась, именно чтобы, да, у вас было вот впечатление, у него есть такой эффект расфокуса. Обычно я крашусь тоже на эфире в Инстаграм, рассказывала тональную основу Fluid Giordani, но сегодня нанесла его. Но на съемке я обычно его не наношу, у него есть такое вот некоторое сияние. Но я наношу его на каждый день. Он замечательно просто ухаживает за лицом. Вот моему лицу прям комфортно с ним. Макияж не блестит, не плывет. Он отлично фиксируется, не рыжит. У него такой вот этот небольшой такой светло-серый подтон. В общем-то, для меня это на каждый день замечательный крем. Мне нравится AZ-крем, но он чуть-чуть, в нем больше блеска, вот чем в этом. А этот крем, видите, у меня уже он подходит к концу. Тоже скоро его закажу. Может быть, даже к концу каталога вот эту парочку я и возьму. Потому что при покупке сразу двух цена на него всего 169 рублей. И, кстати, обратите внимание, как у меня выдавлен воздух из тюбика. Все подобные тюбики, зубные пасты, кремы, скрабы, тональные средства, праймеры, я все вот таким образом закрываю. Всегда убирайте воздух, только потом закручивайте крышку. Нужно, чтобы продукт минимально соприкасался с воздухом. Так он сохранится у вас гораздо дольше. И на последней странице каталога тоже must-have мой, это кисть для нанесения тонального средства. Я разные пробовала и тестировала и спонжи, и гладкие, и пористые спонжи. Пальцами когда-то давно, вообще в другой жизни, наверное, наносила тональное средство. Сейчас только кистью. Тоже рассказывала про эту кисть на прямом эфире. Посмотрите, там она проникает в самые вообще какие-то труднодоступные места. Она не растягивает кожу. Она идеально кладет тональное средство. В общем-то, с тех пор, как в моей жизни появилась эта кисть, я
пробовала другие способы, но кисть всегда выигрывает в сравнении. Очень рекомендую. У меня есть, поэтому я не заказываю, но обратите свое внимание на нее. Вот такой был мой заказ по 14 каталогу и подарки, которые я получила. И понравилась ли вам новая рубрика «Продукты, которых нет в моем заказе, потому что они есть у меня в запасе». Если вам нравится новая рубрика, напишите об этом в комментариях, что заказали себе вы в 14 каталоге, я тоже с удовольствием почитаю. Ставьте лайк, если вам было интересно и полезно это видео, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал «Взлет» и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока!